Приморье в последнее время одним из популярных направлений туризма стал остров Гуам. Расположенный в Тихом океане, в Микронезии, Гуам является неприсоединенной территорией США. В связи с открытием безвизового въезда на остров, у приморских туристов появилась возможность посетить самую восточную часть Америки без трудоемкого оформления документов. «Здесь начинается День Америки». Этот лозунг можно встретить везде, даже на номерах автомобилей. Гуам давно популярен в Азии как тропический курорт. Более 80% туристов здесь японцы и корейцы. Сейчас и российские туристы оценили Гуам с роскошными магазинами, беспошлинной торговли и развитой инфраструктурой отдыха. На острове в изобилии шикарные и недорогие отели, гольф и дайв-клубы, фешенебельные рестораны и множество развлечений. As we are America in Asia, it is important that we. Нам, местным жителям, важна теплая погода, но более важно для нас, чтобы о Гуаме знали в других странах, особенно в России. Гуам – прекрасный тропический райский остров. Можно посетить много мест на острове, играть, купаться, загорать на пляжах с великолепными синими звездами. Туристическое бюро Гуама в октябре запустило фестиваль шопинга на Гуаме. Это событие стало первой масштабной маркетинговой кампанией, направленной на то, чтобы представить Гуам как современное, модное, разнообразное, ориентированное на клиента место для шопинга. Кампания продлится в период осенне-зимних распродаж во всех крупных торговых центрах. Тумон Сенс Плаза – это 50 тысяч квадратных метров торговых площадей со множеством роскошных и всемирно известных брендов. Торговые марки Антеприма, Баленсиага и Пол Смит можно купить только в Тумон Сенс Плаза. DFS Gallery объединяет в себе все известные и лучшие бутики, такие как Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Versace и другие. Черно-белый дизайн интерьера во французском стиле с яркими розовыми пятнами задает настроение, стиля и гламурности. Статус острова как зоны беспошлинной торговли означает, что фирменные товары и другие вещи здесь стоят дешевле, чем в странах, где они были изготовлены. На территории торгового центра Веплаза находится более 60 бутиков, среди которых можно найти самые престижные и роскошные мировые бренды. Здесь также представлено более 20 кафе, баров и ресторанов на любой вкус. В центре расположен стоковый магазин Дене Айву Гуам, в котором осуществляется распродажа прошлых коллекций разных брендов, а также популярный на Гуаме магазин Гэп – товары для молодежи. Welcome to Guam. Half a day. Так на Гуаме говорят «Здравствуйте и привет». Отдыхать с американским комфортом в окружении великолепной природы и древнейшей морской культуры. Делать покупки самых роскошных товаров со значительными скидками – вот он, земной рай на Гуаме. Гуам – красивое место, рай для шопинга, для отдыха всей семьей в любой месяц. Для русских людей, живущих в холодной местности, хорошая возможность приехать, чтобы получить образование. Приезжайте, на Гуаме много прекрасных и очень интересных мест. Сделайте свой отдых приятным и выгодным с ежегодным фестивалем шопинга на Гуаме.